В Мурманском СИЗО, расположенном на улице Радищева, открылась новая комната ожидания и приема посылок. Теперь передать продукты и вещи обвиняемым, содержащимся в следственном изоляторе, можно с максимальными удобствами. Подробнее в нашем следующем материале. Торжественное открытие нового помещения не случайно началось со слов поздравлений. Ровно 76 лет назад, 7 февраля 1941 года, на основе исправительно-трудовых лагерей и колонии НКВД было создано управление исполнения наказаний по Мурманской области. Пользуясь случаем, хотел бы в первую очередь поздравить наших ветеранов, заслуженных ветеранов, поздравить всех сотрудников Дома исполнительных систем по Мурманской области и пожелать, чтобы у нас в дальнейшем поменьше тревог, побольше плановых мероприятий, нежели не плановых. Новая комната приема посылок без привычных решеток и с обзорным окном, через которое граждане могут наблюдать за работой инспектора, ответственного за прием и выдачу передач. Вход в помещение теперь расположен со стороны улицы Радищева. Ранее, чтобы попасть внутрь, необходимо было миновать специальные заграждения. Да, не случайно вход с улицы, все удобно. Здесь тепло, соответственно, есть и туалетная комната, люди бывают и с детьми прибывают и так далее, чтобы в нормальных, хороших условиях, тем более в условиях севера, я думаю, это очень важно, чтобы люди не стояли на улице, не ожидали проход на режимную территорию. 30 килограмм в месяц – таков разрешенный лимит передач в СИЗО. Как отмечают сотрудники следственного изолятора, посылки в камеры все чаще отправляют напрямую через специальный магазин, расположенный на территории учреждения. Купленные здесь продукты и предметы уже досмотрены, упаковку не вскрывают, да и время доставки значительно сокращается. Вот новогодние были праздники, да, очень много количества людей хотят своим родственникам сделать приятно, так скажем, да. И, соответственно, очень большие очереди. В комнате приема передач, если принес свою передачу, там производится досмотр всего этого. Представляете, каждую банку вскрывает служба безопасности на предмет запрещенных предметов. Это занимает определенное количество времени. Люди начинают нервничать, понимаете, стоя в очереди и так далее, толкотня и все остальное. Посетив магазин, записал, заплатил деньги, ушел. Все. Никакой очереди в этом нет. Специализированный сайт всиндоставка.рф – это еще один удобный способ помочь подследственному или уже осужденному. При покупке услуги товарная карточка. Человек за колючей проволокой сможет сам выбрать необходимые ему предметы личной гигиены или продукты.